В Кустанае стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills 2024. В нашей области данный чемпионат проводится с 2015 года. Основная цель мероприятия – это повышение профессиональной подготовки молодежи. О том, как будут проходить соревнования и какие правила предусмотрены, расскажем в нашем следующем материале. WorldSkills – это международные соревнования, целью проведения которых является повышение профессиональной подготовки и квалификации кадров. В Кустанайской области стартовал уже 9-й региональный чемпионат. Принять в нем участие могут студенты колледжей технического и профессионального направлений в возрасте до 22 лет. Данный чемпионат является традиционным, у него богатый опыт. В Кустанайской области данный чемпионат проводится с 2015 года. Это уже такой 10-й по очереди чемпионат WorldSkills региональный. Также у нас есть очень большие достижения именно на национальном уровне, на международном уровне по данному чемпионату. Например, в прошлом году наша область вошла в десятку лучших областей республики. Всего от Кустанайской области участие в чемпионате примут более 300 участников. Соревноваться молодые специалисты будут по 26 основным и 25 дополнительным профессиям. Оценивать конкурсантов планируют порядка 500 экспертов различных направлений. Все мы знаем, с какой целью создавался чемпионат WorldSkills. Вот. Какая самая главная основная цель – это развитие человеческого капитала. Развитие рабочей силы – это показатель развития рабочей силы. В принципе, иногда у нас смещаются акценты, но я хочу, так сказать, акцентировать именно на этом. И в нашем совместном общении, в нашем совместном, так сказать, развитии – это будущее нашей страны. Аслан Нурсултан участвует в подобном конкурсе впервые. IT-направление выбрал не случайно, признается юноша. К этой сфере всегда был большой интерес. Как узнал о чемпионате, решил, что это шанс заявить о себе и повысить свои профессиональные навыки, рассказывает будущий специалист. Впервые участвую на WorldSkills по компетенции IT-решения для бизнеса. И что могу сказать? Организация интересная, мне понравилось, вообще, впервые участвую, и для меня все в новинку, и поэтому, даже не знаю, но ощущения просто хорошие, и могу сказать то, что могу пожелать удачи всем участникам, и также желаю им победы и хороших соревнований. Областной этап чемпионата пройдет с 13 по 24 мая. Участие в нем принимают студенты из ряда регионов Кустанайской области. По итогам соревнований победители будут отстаивать честь области уже на республиканском этапе. Гульзада Ишуакова, Олег Сытник, телеканал Кустанай.